мечту Тахарки. Так что, слухи верны? Тебе покажут твой новый дом. Откопай его из-под песка, помоги обустроить город и оставайся жить. Разойдись! Здравствуй, Небет! В нашем городе будущего рады каждому. Говорят, тут каждый день находят древние чудеса. А, люди находят здесь много старинных вещей. Пусть и не каждый день, но это случается довольно часто. Ну, Неб, ты готов трудом заслужить свободу? Каждый, пришедший к нам, получит дом. Прошу, прошу в Летополис. Я знаю тут каждого, но тебя прежде не видел. И нашел новый дом, наше рукотворное чудо. Начало большого труда. Нет, я не... Ты просто не понял, друг. Мы даем дом каждому, кто приходит сюда. Откопай его, да помоги с улицами, вот и все. Я не ищу дом в этой пустыне. Поговори с кем-нибудь из новых жителей, хоть с Нехи. Он расскажет тебе, как здорово расстаться с прошлым. Я не могу сбросить его, как змея, кожу. Приветствую! Начните новую жизнь здесь, в Летополисе, городе Гора. Вперед, найдите свой путь и вступите с нами в новую эру. Здравствуй, Небет! Часто! Прошу, прошу в Летополис последнюю мечту Тахарки. Куфу и Чира пропали. Кто? Кто это? Мои любимые валы. О, боги! Что же мне делать? Здравствуй. Что случилось? Я проклят богами. Вымау, брат отнял у меня дом и жену, а теперь я лишился последнего, что имел. Моя повозка застряла в канаве за городом. Пришла ночь, и я услышал жуткий рык. И я бросил их там, своих валов, все, что у меня было. Что мне теперь делать? Рык? Здесь не водятся крупные хищники. Я не мог там оставаться. Это был прощальный подарок отца, Куфу и Чира. И я бросил их-то там, и все, что имел. Я поищу что-нибудь, когда окажусь там. А пока лучше займись своим домом. Спасибо. Мой дом находится справа от входа в храм. Лети на крыльях гора, друг. Так, что, скорее всего, или крокодилы там, или что-то там. А что еще здесь может быть? Бегемоты, Рим, греки. Песчаные деревья, песок. Так, стоп, стоп. Начинается пыльная буря. Вот тише, и повозка. Тише. Посмотрим, как ты. Дикари. А, еще одна жертва для славной богини ужаса. Уничтожьте этого чужака! По имя несущий суд! Что там у них лев есть? Конечно. Нападай. В общем, так. Все просто, казалось. Хорошо, что я пошел вас искать. Иначе они бы убили Нехи, а вас скормили львам. Хм.
Эренху! Тухенет! Баек, ты нашел Хуфу и Чиру? Сегодня я плачу от радости. Смотрю, ты много успел сделать. Я нашел в доме что-то странное. Но мой страх оказался куда сильнее любопытства. Посмотришь? Конечно. Я раскопал главную залу, а там жуткие надписи на стене. Древние. Не знаю, что там написано, но мне страшно до дрожи. Да, древние. Но многого нет. Слишком многого. Стерты временем и песком. Думаешь, это проклятие? Поспрашиваю в городе. Ну, ладно. А мне как быть? Не знаю, можно ли здесь спать. Не переживай. Поговори с Рамзесом. Он знает обо всем, что происходит в этом городе. Ладно, поговорю. Начните новую жизнь здесь, в Литополисе, городе Гора. Вперед, найдите свой путь и вступите с нами в новую эру. Тебе пока. Я вижу знакомое лицо. Тебе нужен дом? Нет, я... Ты мигом его откопаешь. Хватит. В доме Нехи есть странные надписи. Не волнуйся, друг. Они есть еще в трех домах. Но такие старые, что их не разобрать. Я проверю. Ты зря тратишь время, но дело твое. Прошу, прошу в Литополис. Я? Да? Чем могу помочь? Рамзес сказал, в твоем доме есть странная надпись. Да. Выглядит жутковато. Думаю, такие есть и у других. Я взгляну? Конечно. Можешь посмотреть. Ирапинесет! Кажется, тот же стиль. Может, часть одного послания. Недавно тут живешь? Не совсем. Я исследую одну тайну. В твоем доме есть древние иероглифы? Так у всех есть. Мне как-то все равно. А что? Они что-то значат? Не знаю. Я взгляну? Конечно, взгляни. Скажи, если это опасно. А не там. Еще одна часть послания. Хайе! Ты сохабен,
Ишем Эненису. Анетем. Можно кое-что спросить? М? Да, что? В доме Нехи те же символы, что и у тебя. Можно мне взглянуть? Конечно. У новичка, да? Он милый, но выглядит так, будто вот-вот расплачется. Передай, что я о нем спрашивала. Меня зовут Небифер. Еще часть послания. Все части собраны. Это какое-то пророчество. Где же храм? Найти этот храм, который здесь находится в красивом месте. Так. Не вот это ли храм? Или что это такое? High position, говорит. Это ворота. Али, вот это вот храм. Сейчас надо посмотреть на этих гранитах. Храм миллиона лет. Или вот это статуи стоят. Но если это Литополис, Литополис, то получается это вот здесь. Ты готов трудом заслужить свободу? СМА. Так. Да, давай я помогу. Ох, что, думаешь, не справлюсь? Зачем женщина на сносях столько работает? Появление ребенка – это счастье. О, я не хрупкий цветочек. О, тебе больно? Ха, просто мое счастье напоминает о себе. Да, ну работники еле шевелятся. Пожалуй, нужно их проведать. Позволь мне, Небет. Жалоба рабочего — это вообще другая история. Ну да ладно. Скорее всего, это и есть храм миллионов лет. За ним! Я тебе отомщу! Ух ты! Вопрос в другом, а это кто? Мятежники или. Байк. Так, буря начинается. Пошли вовнутрь. Скорее всего, змейки. Змей. Зачем много лет назад жрецы проводили этот ритуал? Да, это точно. Охраняет свое, так сказать, свою добычу. Какой-то древний напиток. Давно высох. Угу. А, несущая смерть. Этот храм посвящен богине Сехмет. Но я думал, Литополис — дом Гора. Хм.
Молитва. Топор. Зачем здесь топор? Это жрецы Уабы. Их убили. Или они сами ушли в тот мир. Предки отдали Литополис богам, чтобы те позволили жить на берегах Нила. Эти жрецы молили о защите ту, перед кем трепетало само зло. Отведав зелья, они отдали жизни и город в руки Сехмет. Я думаю, предки разгневались бы на Тахарку. О, Баек, я уже почти привык к этим символам. И ко мне заходила Небефер. Ты что-нибудь узнал? Узнал. Но сомневаюсь, что тебе это понравится. А, проклятие! Я знал. Нет, не совсем. Литополис принесли в жертву Сехмет, чтобы защитить Египет. Мы оскорбили несущую смерть. Вот от чего тут вечный ветер. Она хочет вернуть город. Неужели власти слепы? Я ухожу. Может, Небефер пойдет со мной? А что ты? Мой путь ведет меня дальше. Ты был добр ко мне, единственный из всех. Может, мы еще встретимся в этом мире? Так, задание пройдено. Нужно к следующему приступать.